Компания Film One показывает. Джалал Мерхи, Боло Ян, Синтия Ронтрок в фильме «Коготь тигра», часть вторая. В фильме также снимались Иван Лури, Хэн Су Он, Майк Чоу, Пол Раповский, Эрик Ли, Хэри Мок, художник Грит Юрек, оператор Марк Уиллис. Монтажеры Джон Микин и Дэрил Корнфорд. Музыка Варуджи. Продюсер Джалал Мерхи. Сценарист и режиссер Джей Стивен Мондер. Опоздал. Ну и что? Кто это горилла? Чонг. Ты близко к нему не подходи. А что? 9 месяцев он экспертизу проходил на психа. Завтра будет на суде. Говорят, что псих. Да он никакой не сумасшедший. Эй, ты, болван, тебя это беспокоит? Ты чё, оглох? Ну, нужно будет тебя проучить. Эй, дай-ка ключи. Фред, не надо, а? Дай мне ключи. Ты меня слышал? Don't ignore me when I'm talking to you. Ты чё? Я с тобой разговариваю. You look at me or I'm gonna smash your face. А ну-ка посмотри на меня, или всю харю разобью сейчас.
Оружие будет доставлено, как и было обещано. Дальше нечего обсуждать. Пора уже, как говорится, или соглашаться, или отваливать. Не с места. Не двигаться. Брось оружие. Нас подставили. Стиви, Стиви. Мои собственные люди, Стиви, а? Виктор, я не знал, что она легавая, не знал. Мы давно друг друга знаем, детьми еще знали друг друга. Ну ничего, ничего, Стиви, все хорошо. Все в порядке. Я их возьму. Виктор! Бери его. Бросай! Он у меня на мушке! Мои партнеры ранены. Вызови скорую, Ричард. Быстрее. Если бы я знал, что Ричард твой партнер, я бы выстрелил ему в голову. Из машины, быстро!
Вообще-то я, ребята, рад, что вы опоздали на встречу. Спасибо за помощь. Нам не говори спасибо. Скажи спасибо Дайло Фу. Ладно, это должно исправить мне настроение. Ребята, вы, наверное, думаете, я тупица, такой же, как и выгляжу, да? Знаете, а я люблю думать о себе, как о человеке, у которого хорошее чувство юмора. Но сейчас это глупые игры. Где остальные наличные? А где оружие? Забудь об оружии, не волнуйся, оно будет доставлено. Я заставлю их заплатить. Получишь остальное, когда получишь оружие. Мы не так договорились. Все изменилось. За кого он себя считает, мать его? По-китайски. Хватит по-китайски трепаться. Ну-ка, я тебе буду говорить, как все будет, а не наоборот. Ты понял? Быстро. Итак, я хочу поговорить с вашими болванами лицом к лицу. С Дайло Фу. Он в Сан-Франциско. А, как удобно. Между прочим, и оружие там будет. Давайте немножко прокатимся. Повидаем вашего Дайло Фу. Перед этим нам нужно кое-кого забрать. Спасибо, что подвез, Хэри. Может, поужинаем? Нет, я с партнерами на свидание не хожу. Причем здесь свидание? Поужинать просто? Да, все равно тебе придется опознавать мешок. А это что еще значит? Ты что, не знаешь? Не слышала? Новый партнер твоего бывшего дружка, его только что убили в перестрелке. А Терек в порядке? Но тебе придется самой позвонить в участок, чтобы узнать. Пока. Спасибо. Hello. Алло. Привет, Терек. Это Линда. Ну как ты? Приятно слышать твой голос. Я слышала, что твою новую напарницу убили. Мне очень жаль. Мне тоже. Она этого не заслужила. Я могу что-нибудь сделать? Ну, не знаю. Я тебе вот что скажу. Я тебе факсом пришлю новый адрес. И я думаю, тебе следует приехать в гости в Сан-Франциско. Тебе понравится здесь. Да, может быть, как-нибудь. Береги себя. И ты тоже. Пока. Судный день. Ричард, суд начинается через 10 минут. Если тебя не будет, капитан, на Кондратии хватит. Понял.
Дао Лоуфу нас прислал. Ты нужен ему. Сифу Чо убит. Как? Я не знаю. Пошли. Всем подразделениям. Первый участок. Выстрелы. Еду. Перекрыть все выходы. Не дайте Чонгу сбежать. Значит, ты знаменитый торговец смертью. А он кто? Мистер Чонг, познакомься, это Виктор. Он с нами поедет до Сан-Франциско. Нужно избавиться от этой машины. Ричардс, мы только что нашли тело. Я думаю, тебе следует взглянуть. Истайд, Бруклин Бридж. Понял. Ничего не трогайте, пока я не приеду. Мы ничего не трогали. Дай Лоуфу. Сифу Чой. Но что скажешь? Этот парень был бойцом. Алло. Привет, это Линда. Мне нужна твоя помощь. А что случилось? Мы только что нашли жертву. У нее на лице следы тигра. Как ты думаешь, это имитатор? Я думаю, это нечто большее. У нас то же самое здесь произошло. Ты слышала, что Чонг сбежал? Линда. Ты куда пропала? Ты думаешь, это Чонг? Возможно, и нет. Лицо жертвы было порезано рукой убийцы, на которой не хватало пальца. Ты можешь поискать для меня пару имен? Сифу Чой и Дай Лоуфу. Я займусь этим и перезвоню. Хорошо, пока. Что случилось?
Можешь починить? Думаю, да. Мне нужна отвертка. Эй, а ты куда? Легавые. Я свою пушку в машине забыл. Избавься от них. Дай им все, что попросят. Ну, как дела? Дай-ка нам большой бутерброд и большую кока-колу. А мне двойной и спрайт. У тебя что, грузовик сломался? Давай посмотрим. По-моему, все будет нормально, да. Эй, у нас здесь, кажется, проблема. Да, ты посмотри. А я никаких проблем не вижу, господа. А вы? Мальчики. Давайте быстро в машину. Если больше никакого дерьма не будет, то через час будем в аэропорту, а в Сан-Франциско утром. Алло. Хорошие новости. Учитель Чоу живет здесь, в Сан-Франциско, по крайней мере, жил. Но мой связной из китайского квартала сказал, что его нет. А Дай Лоу Фу, это вообще-то переводится как «большой тигр», но также он один из учеников Чоу. У него теперь свой бизнес. Какой бизнес? У него школа боевых искусств раньше была, а теперь это ресторан. Ладно, я думаю, я все-таки приму твое приглашение. Завтра увидимся. Привет, Тарик. Привет, Линда. Я бы хотел, чтобы Сан-Франциско, полиция в это пока не лезла, это дело личное. Ну а прокурор считает, что у нас и так ничего нет для того, чтобы действовать. А ты? Я убеждена. Просто у меня есть несколько выходных, и я бы хотела с тобой поработать. Так что это тоже личное. Но что ты узнала? Да есть сведения, что известные подпольные бойцы прибывают в город. И какой-то таинственный Дай Лоу Фу будет возглавлять турнир под Новый год. А где? Пока не знаем. Бойцы тоже не знают. Давай узнаем.
Присаживайтесь, выпейте. Я скажу Дайло Фу, что вы пришли поговорить с ним. Она о вас позаботится. Здравствуйте. Как поживаете? Хорошо, спасибо. Сюда. Официантка сейчас придет. Сейчас мы не можем пойти, а потом Чонг, если увидит нас, он убежит. Может быть, его еще здесь и нет. Пошли туда. Ты всегда выбираешь самые классные места. Но ведь это так. Комнату, пожалуйста. Только наличные. Сколько? $100. Надеюсь, ты того стоишь. А это мы сейчас узнаем, красавчик. Очень мило. Сойдет. Я скучал без тебя. Я тоже. За работу. Я рада, что ты здесь. Извиняюсь за то, что я не смог принять вас ранее. Так много суматохи с этой подготовкой. Я рад вас снова видеть. Меня не удивила смерть Сифу. Он был стар, и время его пришло. Он попросил, если я увижу вас, передать вам это. Что это означает? Наши дорожки снова пересекутся. Только не в этом мире.
После смерти нашего учителя, ты единственная семья, которая у меня есть. Мы, учитель Чо учил нас тому, что мы братья черного искусства. Ты помнишь, когда мы были молоды? Помнишь те старые истории о священных тиграх? Истории. Не просто истории, мифы. Учитель Чо перед смертью просил, чтобы ты и я были вместе для этого события. Ты должен согласиться участвовать в этом. Завтра будет столетие, наше столетие, наш единственный шанс доказать эти истории. Если мы упустим этот шанс, этого больше не повторится еще целую сотню лет. Мне нужно время подумать, только не слишком долго. Давай я послежу какое-то время. Удачи. Hello, Victor. Здравствуй, Виктор. Позаботься как следует о моем госте. Все, что он захочет, бесплатно. Мне, пожалуйста, скотч со льдом, пожалуйста, двойной. Зачем ты пришел ко мне? Я думал, мы уже договорились. Я дал тебе деньги, ты мне дай оружие. Мальчики твои все переменили. Они мне дали только половину. Возможно, они хотят оставить вторую половину для себя. Мои люди верные, преданные. Может, это ты меня хочешь надуть? Когда я смогу получить оружие? Как только я получу свои 250 тысяч долларов. Твои деньги будут здесь через несколько минут. А это что? Праздник. И что мы празднуем? Я буду хозяином турнира боевых искусств в китайский Новый год. Это исключительное событие. Это столетний юбилей. Похоже, что мы договорились. Двое моих учеников будут вас сопровождать. Смотрите, чтобы никаких недоразумений в будущем не было. Это Виктор. Я пошел за ним. А я буду ждать Чонга.
Эскобар. Эскобар. Эй, Виктор. Привет, Виктор. Рад тебя видеть. Я тебя тоже рад видеть. Видно, хорошо тебе живется в Калифорнии. Ты тоже прекрасно выглядишь. Посмотри, наши клиенты. Ты сделал то, что я тебя просил? Да, прекрасно. Может быть, покажешь образцы? Вы довольны? Хорошо, пошли. Зарядим. Мальчики, вам нужно научиться расслабляться. Садитесь. Посидим, выпьем. Всего по чуть-чуть. Надо жить. Мы здесь все как одна семья. Тост. За наших новых знакомых и за старых друзей. Идите, я вас прикрою. Брось оружие. Спасибо. Совпадает его история. Ну и что с ним делать? Не знаю, мне не нравятся нью-йоркские ковбои. А где Мастерсон? Я работаю один. Эй, завязывай. Ты что, нас за дураков считаешь? Да мне наплевать, легавый ты или нет. Мой совет тебе, возвращайся в отель. Собирай свои сумки и вали отсюда.
Без проблем. Я знаю, что проблем нет, потому что мы тебя проверять будем. Можешь на это рассчитывать. А, вот ты где. А я тебя искал. Твой дух должен быть в боевой форме. Это так? Возможно, тебе не помешает немножко размяться, как жест благодарности за то, что я помог тебе сбежать. Не будешь ли ты настолько добр, чтобы сопроводить этих господ? И мы так убедимся, что ты все еще находишься в хорошей боевой форме. Попробуем. Оставьте меня. Я сказал, у меня нет денег. После того, как Дай Ло Фу взял здесь все, китайский квартал превратился в ад. Раньше это было уважаемое заведение, теперь это кошмар. Подумайте о том, что он сделал. Раньше это была прекрасная школа Фуджоу, а теперь это ресторан, просто крыша для мафии. Он думает только о деньгах и о власти, а теперь ему принадлежит все. Ладно, ты мне лучше скажи, сколько у тебя есть денег. Я сказал, у меня нет денег. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Ты только что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Сайонара. Зачем ты опять ко мне пришел? Я хочу обсудить с тобой еще кое-какой бизнес. Наш бизнес закончился, мой друг, ты должен уйти. У меня сейчас срочные дела. Ты ошибаешься. Наш бизнес закончится, когда я так скажу. Понятно. Возможно, нам следует поговорить? Тогда говори. Я бы хотел участвовать в твоем турнире. Я хочу быть участником, таким же, как Чонг. Ты знаешь, у меня есть умения и силы для того, чтобы выиграть на турнире. За это время я завоюю доверие твоих людей. Я научу их пользоваться оружием, которое ты купил у меня. И мы с тобой станем силой, которую никто не остановит. Я не ищу более участников или партнеров. А мне плевать, ищешь ты или нет. Я буду с тобой, хочешь ли ты этого или нет. Сначала ты должен пройти квалификацию, без проблем. Чонга до ресторана и видела, как он напал на людей Дай Ло Фу и спас повара. Я не удивлен. Почему? Чонг — это человек чести. Но что его связывает с Дай Ло Фу, это загадка. Дай Ло Фу только что купил целый грузовик оружия у Виктора. И что теперь? Завтра китайский Новый год. Я уверен, что Дай Ло Фу задумал нечто большое, крупное. Я должен быть там. Я буду с тобой.
Надеюсь, ты выспался. Когда я спросил тебя сопроводить моих людей прошлой ночью, я хотел убедиться в том, что дух твой находится в боевой форме. Ты это продемонстрировал. К сожалению, люди меня подвели. Они не выполнили задание. С этим придется разобраться. За некомпетентность приходится расплачиваться. Я не доверяю Чонгу. Зачем нам нужен этот турнир вообще? Почему просто не устроить церемонию для открытия прохода? Пэтч, я никому не доверяю. Турнир — это часть традиции. Он не дурак. Ты должен понять, смерть Сифу дала нам шанс обоим стать лидерами. Вспомни молитвы Чикунга, ключ к открытию священного прохода тигров. Мы сможем дать современные лекарства и знания для того, чтобы помочь нашим потомкам. Мы будем их героями и защитниками. Эй, это не сюда. Это в 20-й проход. Эй, вам здесь нельзя. Пошли.
Я приветствую вас всех сегодня вечером. Для всех нас это будет самым значительным событием в нашей жизни. Сегодня начинается новый китайский год, ключ к будущему и прошлому. Сегодня мы снова сможем контролировать нашу судьбу. Для того, чтобы доказать нашим прародителям, что мы достойны того, чтобы встретиться с ними, сначала мы должны доказать наши искусства. Итак, мы пригласили величайших бойцов участвовать в нашем турнире. Let us begin. Начнем. Не сейчас. Ричардс. Какой сюрприз? Ты все такой же крутой молчун. Но ты меня просто одурачила. Просто атас. Убить бы тебя прямо сейчас. Это мой друг с восточного побережья. Он эксперт по стилю кобры тигра. Окажи нам честь, присоединись к нашей церемонии. Ты, наверное, шутишь. Если я выиграю, ты отпустишь ее? Конечно, отпущу. Уберите ее. Турнир будет завершен в храме Фуджоу. Четыре финалиста присоединятся ко мне при открытии прохода. Привет, Ричардс. Удачи. Если ты хочешь сыграть, я сыграю. Всего хорошего. Загадай желание. Глубоко. Oh!
Ты пленница Дай Ло Фу, не так ли? Он убьет тебя, не думая. Дай Ло Фу нужно воспринимать всерьез. Меня тоже. Выхода нет. Ты думаешь, мне здесь нравится? А кто ты? Старый человек, который ошибся. Позволь мне объяснить. Много-много лет тому назад величайшие учителя Фу-Чао, храма, создали коридор времени для того, чтобы недостойные ученики боевых искусств будущего могли бы вернуться в древний храм для финального экзамена. До этого столетия ученики возвращались в храм каждые 10 лет. Но затем цепь оборвалась. Проход может быть открыт только в первую полную луну нового года столетия. Эта луна взойдет сегодня. Если бы я верил во все эти секретные старинные проходы, ну зачем вообще Дай Ло Фу нужен Чонг для того, чтобы вернуть оружие Виктора в прошлое? Дай Ло Фу — это северный ветер, а Чонг — южный. Оба они нужны для того, чтобы открыть коридор. Откуда ты это знаешь? Они оба были моими учениками. Дай Ло Фу предал меня, а Чонг исчез. Ты учитель Чой? Чонг здесь, и он помогает Дай Ло Фу, потому что он считает, что ты мертв.
А сейчас мы определим, кто будет в составе четырех финалистов. Как дела? Хорошо. Ну как семья? Все в порядке, жена, да? Здесь парень прошлой ночью был с темными такими волосами, как у меня. И блондинка очень красивая. Куда они пошли, вы не можете сказать? Я ничего не видел. Ничего не видели? Эй, если мы хотим, мы можем здесь все перевернуть, комната за комнатой. Говорю тебе, никого здесь нет. Честность всегда была частью наших взаимоотношений. Не понимаю. Эй, хватит дерьма. Я сейчас помогу тебе вспомнить. Ну, вспоминаешь? Теперь помню. Молодец. А, черт, поверить не могу. Что? Что? Да, что мы ищем? Все что угодно, лишь бы опередить Террика и Ричардса. Почему? Они же не в своей юрисдикции действуют. Вот именно. Обгоним Ричардса, арестуем Чонга. Арестуем Чонга. Мы выиграли в игре, приятель. What?
Неплохо получается, да? Вуаля. Вуаля. Ну а теперь убираемся отсюда. Полезно. Подожди. У меня есть идея. Давай сюда руки. Давай, теперь попробуем. Поздравляю. Вы четверо вышли в финал. Приступим к открытию прохода.
Откройте проход. Дай Ло Фу, ты предал все, чему я тебя учил. Учитель, если ты помнишь то, чему я тебя учил, ты понимаешь, почему тигры не примут тебя. Ты не истинный учитель. Для того, чтобы быть истинным учителем, ты должен забыть о своих интересах. Дай Ло Фу. Ты подвел меня. Все, игра окончена, Виктор. За меня не беспокойся, а я никогда и не беспокоюсь. Нет. Уж ты-то должен был Чонг здесь. Скажи всем, чтобы нашли и убили. Thank you.
здоровенный мужик с такой палочкой маленькой. Конец, Ричард. Ты просто слуга общества. Ты откусил столько, сколько тебе не проглотить. Отвези меня домой. Я хочу умереть в родной старой земле. А как же Чонг? Я позабочусь. Пусть идет. Он заплатил свое. А что здесь только что произошло? Не знаю. Но больше нам здесь делать нечего. Тебе предстоит серьезная уборка. Счастливо. Ждали вас. Посвящается памяти Рамиза Саада и Блейка Мерхи.